Для успеха любого бизнеса нужны денежные вложения и надежный партнер. Я работаю на своей земле и занимаюсь настоящим делом. Таким партнером для меня и миллионов предпринимателей является Россельхозбанк. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗАП-ТВ. Спонсор одежды ведущий – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Спонсор прогноза погоды – акционерное общество «Россельхозбанк». 8 апреля в нашей стране отмечается День российской анимации, который в 2012 году отметила свое столетие. Точнее, столетие со дня первой официальной анимационной премьеры в России. В понедельник в Чите нас ожидает переменная облачность, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью будет 5-7 градусов мороза. Днем нас ожидает плюс 2, плюс 4. Хорошего вам дня и до встречи на первом независимом ЗАП-ТВ! Thank you.